В Абаканском зоопарке от лап леопарда пострадал человек. Информации о ЧП немного. Известно, что травму получил работник Центра живой природы. Мужчина находится в травматологическом отделении городской больницы. Ему сделана экстренная операция. Обстоятельства инцидента будет устанавливать полиция. Силовики начали проверку. В каком состоянии пострадавшие, медики не комментируют. А вот в Госкомитете по охране животного мира, которым подчиняется зоопарк, настаивают. Экстренной операции не было. По информации ведомства, леопарда перегоняли из одной клетки в другую для последующей транспортировки. Хищник махнул лапой и задел работника, так что все произошедшее – досадная случайность.